Всем привет, ребята! У нас сегодня сложный день. Сынок, у нас сегодня сложный день? Да, у нас сегодня сложный день. Именно с Ванюшкой. Это что-то с чем-то. Не знаю, что с ней происходит сегодня, но он сегодня кричит, плачет. Спать совершенно не хочет. Я об этом рассказывала в Инстаграм. В общем, ну, он поспал полчаса. Все, теперь ходит со своей лошадью. Не знаю, что происходит. Может, перемена погоды, а может, то, что время поменялось. Мы все-таки перевели время на час вперед. Либо это нервная система шалит перед тем, как будет скачок какой-то в развитии. Возможно, пойдет скоро. Не знаю, на самом деле... очень много факторов, из-за которых он может себя так вести. Но вот на кухне он спокоен со своей лошадью. На кухне ему нормально. Я его переодела, потому что здесь уделался в малине. А Ваня в магазине, должен сейчас скоро приехать, но я позавтракала, но это было давно. А Ваня вообще ничего не ел, поэтому я уверена, он приедет голодный. Думаю, я поставила варить макарошки, поставила воду на макарошки. Этот чудик уже поел. Вот, сейчас будем готовить просто макароны с тунцом, может, с кукурузкой. Вот, потому что, ну, кушать-то хочется, а продуктов нет. Ваня только все привезет. Что? Чё ты кряхтешь? Маленький весь в малине. Вроде умывались, и все равно. Спать хочешь? Ну что ж ты не спишь, м? Мама тебя укладывает, а ты не спишь совсем. Брови красные. Хочет спать, но когда начинаю укладывать, истерически просто начинает орать. Поэтому... Что там, мама? Пуговка, кстати, вот кардиган. Были комментарии, спрашивали, где я его купила. Это манго, девчонки. Очень тепленький. Единственный минус, что он волосатый, и это все эти волосы липнут везде. И нужно потом сходить собирать эти ворсиночки. У Вани на руках они липнут особенно хорошо. Так что... Может, эта лошадь просто незаменимая вещь. Чё, куда собрался? Чё, что такое? Что, иди. Куда ты хочешь? Иди, куда ты хочешь. Что, куда ты хочешь идти? Вот так. Пожалуйста. Не плачь, сыночек. Пожалуйста, что ты хочешь? Я приехал в торговый центр на закупку в Carrefour. Поэтому посмотрим, как это дела в торговом центре. Кстати, машин очень много на парковке. Я не сказал, что прям мало. У меня, к сожалению, нету маски, я бы ее с радостью надел. Я дело в том, что объезжал на днях аптеки, в аптеках везде нет масок. Через интернет самое ближайшее, когда может прийти маска, это в мае месяце. Поэтому мы без масок, не знаю, где их купить. Shawty, don't play that game, I won't keep you safe. Time that I relocate, oh, don't play that game. Shawty, don't play that game, I won't keep you safe. Time that I relocate, I don't play that game. Shawty, don't play that game, I know my place. Shawty, I know my place. Слушайте, ну так, на первый взгляд, вроде все есть. Купили такой здоровский магнитный
конструктор. Ну, давай собирать теперь. Вот так. Смотри. Смотри. Оба. И приклеилась. Видишь? Приклеивай. Надо будет ему показать, как это работает, чтобы он смог собирать сам. Мне нужно было зайти в банк, и я сейчас возвращаюсь к машине. В общем, ребят, идешь по улице, это очень оживленная улица, можно сказать, ну, центральная. И посмотрите, как много машин ездит, как много людей на улице. Просто город вымер. Ощущение, даже не знаю, как передать. Ну, все закрыто, хотя сейчас рабочее время, обед как раз таки закончился. И ни души. А вон с собачкой гуляют. Я тут такой хожу себе приятный. В общем, да. Как-то даже не очень, скажу вам. Все позакрывалось. Смотрите, заклеили, чтобы не было видно, что там внутри. Потому что бывает, разбивают витрины и воруют. Представляете, в это время сейчас еще воруют. Ладно, все, едем домой. Как вы видите, я закупился. Сколько получилось? 5 пакетов продуктов. Надеюсь, нам хватит на неделю. Да. Как думаешь, хватит? Да. Сынок, а ты как думаешь, нам хватит на неделю? Я так старался строить. Просто пришел, все разломал. Ты видел это? Радости ты сколько. О, лошадь нашел. Все мое строение. Слышно? Хлопать надо. Да, хлопать. Каждый день. Так, стой. Стой. Время 8 часов вечера. Все люди хлопают. Ноги соседи вышли. Все? Да? Закрываем окно? Боже, нас уже так зелено. Обалдеть. Там свистят, кричат. Что?
Ах ты ж хитрый! Сынок! Расскажи свои впечатления. Стой, подожди. Надо, чтобы было видно твои эмоции. Да? Во, вот так. Рассказывай свои впечатления. Этот человек? Лишь вырнуть бы в него вот это все на свете. Взял, блин, вот мне вот это понаставлял тут своих фишек, поналожил тут своих, блин, этих. И потом, ой, ой, это мое, а это мне еще плюс 10, а это мне еще плюс 20. Ой, зайка, ой, я выиграл, какой я молодец, блин. Ой, ты моя такая веселая. Когда злишься. Вообще, конечно, Катя так... просто не очень любит проигрывать, поэтому он так злится. Ты вообще с ней опасно вообще играть в игры. Ты мухлюешь. Ты... В смысле я мухлю? Ты где я смухлю? Нарушаешь правила очень часто. Конечно. Да. Да-да-да. Я читаю правила, я их придумываю. Поэтому я и проиграла сегодняшнюю партию. Посмотрите, какой у нас город, пока не убрала. Второй. Раз. Ну ладно, онлайн не считается, да? Там всего лишь на 100... Что ты давишь на больное? Всего на 100 очков выгнал. Смотри, как ржет надо мной. Вот ему приятно меня выигрывать, он сидит, ржет. На самом деле это опасно. Ребят, я хожу по лезвию ножа. Видишь, какие голодные. Я шучу. А может быть и нет. Ходить ты вряд ли будешь. Кстати, эти штуки высохли. Я их еще очень сильно спрессовал. То есть вот так. Вообще не видно. И они отличные вообще. То есть нет. Ну вот тут видно, что оно... Но оно все равно лучше, чем было, потому что они прям вот так вот их расплющило. Сейчас они нормально выглядят. Это все благодаря мне. Это я тут очень эмоционально играла и разлила чай. Мне так чай жалко, я его не смогла допить. Час пол первого, я в шоке. Ну, у нас же времени нету. Чтобы мы нормально днем играли, потом мы спать ложились. Сегодня день был вообще... Мне, кстати, перестала болеть голова. У меня сегодня весь день болела голова. Тебе нужно было поиграть в Каркасон и проиграть несколько раз, чтобы голова перестала. Ванёк всё орал и орал, орал и орал. И знаете, вот это вообще непонятно. То он у нас вообще идеально. Сегодня что-то ему брендило поплакать. Поплакать это мягко сказано. Поорать, да. Прям вообще так сложно было. Наверное, из-за этого-то у меня голова болела. Наверное, кстати, да. А сейчас вообще супер. Надеюсь, завтра все будет хорошо. Конечно, будет хорошо. Куда нам деваться с Титаника? Некуда. Что, будем прощаться? Да, ребята, да. Я пошла умываться. Я пойду монтировать. Так что всем спокойной ночи. Всем отличнейшего карантина. Не скучайте. Да, не скучайте. Не сходите с ума. Да, играйте в игры. Занимайтесь спортом. Если сходите с ума, то совсем чуть-чуть. Все, всем спокойной ночи. Увидимся с вами завтра. На том же месте, в то же время. Да. Всем пока-пока.